Оперативное городское совещание на этой неделе начали с приятного повода. Сегодня юбилей отмечает начальник управления по образованию городского округа Химки Ирина Варфоломеева. Благодарственное письмо от губернатора Московской области вручил глава Химок Дмитрий Волошин. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Спасибо за внимание к системе образования. Спасибо за поздравления. Еще раз хочу повторить. Служу городскому округу Химки. После обсудили вопрос строительных площадок. В первую очередь городских властей интересуют жилые объекты. На каком этапе находится строительство многоквартирных домов, сколько уже построено детских садов и школ возле новых ЖК. Также затронули тему утилизации строительных отходов. У каждой компании-застройщика должен быть договор на вывоз мусора. Что значит нет договора на вывоз мусора? Значит, этот мусор сваливают нам в канавы, и мы его вывозим. Поэтому те, кто не дает договор, значит, вплоть до отзыва на разрешение строительства. Я буду ходатайствовать, отзывать разрешение, я буду останавливать эти стройки. Некоторым застройщикам вынесли предписание, чтобы те привели в соответствие свои объекты. Срок – конец мая. Иначе последует обращение в правоохранительные органы. Кроме разрешительной документации, на всех стройках в обязательном порядке должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Сейчас они работают только на части площадок.